Уважаемые ребята, участники сегодняшнего поздравления, мы проводим это мероприятие по награждению вас и вручению вам серьезных удостоверений профессиональной вашей возможной будущей деятельности. Вы совершили невозможное. Вы сделали вашей командой такую победу, единственной в Ивановской области. Поэтому мы очень рады за вас, то, что вы достигли таких результатов. И надеемся, что следующий этап, который будет, вы также достойно выступите и защитите честь и Пестяковского района, и Ивановской области. И дай Бог, чтобы это стало вашей будущей профессией, потому что вы получили и получаете, благодаря организаторам и кто с вами занимается, получили, кто вам помогает, хорошую путевку в жизнь. Вы молодцы, то, что вы отличились, вы каждый волновались, переживали, обучались. Вот. И дай Бог, что это продолжилось под руководством руководителя, капитана команды и каждого из вас. Вы большие умницы и умники. Вот. Дай Бог, чтобы все у вас продолжилось по-доброму, по-хорошему. Берегите себя, своих близких. Вот. И сейчас свидетельство мы вручаем капитану команды Пашину Глебу Сергеевичу. Казакову Илье Владимировичу. Крыгуловой Алине Алексеевне. Слободян Диане Сергеевне. Также вручается сердечное поздравление команды «Спортивный клуб» Урловой Алине Алексеевне. Поздравляем вас. Пашину Глебу Сергеевичу, капитану. Поздравляем вас. И Казакову Илье Владимировичу. Поздравляем. Также, благодаря вашим усилиям и благодаря вашей победе, значит, вручаем победителям, значит, диплом победителя команды «Кометы». Это наше акционерное общество «Полет», МБУ Кисяков, средняя школа, ЭЦР «Облако». Здесь заботится замминистра промышленности и торговли Российской Федерации. Кочаров. И также вручается грамота номинации «Лучший капитан команды» гражданин Пашин Глеб Сергеевич. Конечно, да, красавцы, вы умницы. Да, спасибо. Также сейчас слово представляется Любовь Владимировна Робуслой, которая помогла осуществить эту поездку, вот, и то, что мы приняли участие. Надеемся, Любовь Владимировна, также сможем дальше поддерживать их, да? Да, в дальнейшем. Да. Спасибо. Придется. Пожалуйста. Это хорошее дело и хорошее начинание. Поэтому я тоже хочу благодарить вам, ребята, за то, что вы действительно уникальные, умные. Просто, честно говоря, у меня душа радуется за то, что вот вы ходите, занимаетесь. И, скорее всего, это, наверное, интересно, правда? Действительно тянет или нет? Тянет. Тянет, да. То есть вы уже, так сказать, уникли. Ну, я тоже хочу тебе, Глеб Сергеевич, вручить грамоту Совета Пестяковского муниципального района денежную премию за то, что ты принял участие и победил, я считаю, всех и вся. И там держать партнер. А, держи. Я как тренер, хочу сказать огромное вам спасибо, что вы у меня есть, что мы прошли этот длинный путь, который еще мы пока не закончили. Глеб у нас самый лучший капитан, даже в Москве отметили. На первом этапе мы получили свидетельство оператора наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом. Вот. На втором этапе мы свидетельство о прохождении командно-штабных учений получили. Далее нас ждет третий этап, который у нас начинается с 20 июля. Я желаю вам удачи, себе и вам. Думаю, мы прорвемся и доедем до Геленджика, до финала. Спасибо. Да, и победа. И победа.
Слово... Я только добавлю. Да, пожалуйста, Игорь Иванович. Ты три этапа прошли, Антон, да, поговорить. Надо еще четвертый этап включить, да, я скажу? Да, обязательно. Уже у нас старшеклассники, которые выпускаются, да, уже в следующем году, чтобы они подумали о поступлении в высшее военное училище, потому что специальность у вас, да, уже такая военная, фактически. И сейчас это очень легко войска. Поэтому подумать о поступлении, но это еще вопрос. Потому что путь открыт, мы ждем. Здесь совершенно солидарен с Виктором Геннадьевичем. И не только в отрасли военной, конечно же, она очень приоритетна, но и в отрасли снова хозяйства, землепользования и масса других. Двери открыты для вас, если вы продолжите, будете дальше двигаться в этом направлении. Вот. И мы, конечно, постараемся вам максимально помочь. И при поступлениях, так что у нас есть ресурс определенный, это когда ваша будет судьба связана с этим совсем. И просто то, что вы помогаете делать Пестяковский район лучше и добрее, и отношение к меняете его изнутри и извне. Спасибо вам огромное, ребят. Вот дай Бог вам доброго здоровья и перспектив, и вам, и вашим близким. Всего самого доброго. И хотел бы отдельно сказать, конечно, организатору Евгению Михайловичу Махову, вот, и Михаилу Сергеевичу, которые помогали и вели этот проект, и не дали ему погибнуть, ему уронить. И, занимаясь извне, помогли тем ресурсам административным, что позволило нам проявиться, ваши лучшие качества. Вот, дай Бог тоже доброго здоровья. И самое, надеемся все-таки на взаимодействие дальше с Михаилом Сергеевичем и Евгением Михайловичем, чтобы у нас это дало лучше, чем работать. Так вот, вам реализоваться в жизни. Вот, и вы даете примеры другим ребятам. Вот, надеюсь, что они будут на вас равняться. Вот, вам всего самого доброго. С Богом. Ну, желаю, чтобы они, во-первых, здоровые были, не болели. Потому что молодые, пускай берегут здоровье. Потому что сейчас актуально у нас в армию, чтобы попали здоровыми. Ну и прошли службу для парней. На девочек тоже я всегда хочу, чтобы они поступали. И уже сейчас очень... Много девушек поступает. У нас в этом году 2 человека подали заявление. И, в принципе, дела направлены. Военное училище. 2 девушки. Поэтому... А и не бросать начатое дело. Вот это очень правильно они делают. На сегодняшний день очень мало кружков. А это, я думаю, что очень пригодится их жизни. Ну, для себя лично, если есть удовлетворение, то это будет. Искренне. Во-первых, они вот в таком возрасте юном находясь, они смогли сделать такое большое дело при поддержке, конечно, вот самое, и в Ивановской области, надеюсь, это вы станете пилотным проектом и перспективным, потому что в России только начинается. 9 регионов у нас, да, то, что включилось в эту сейчас работу, и сейчас к вам поедут за опытом, вашим опытом уже. И вот искренне вам желаю не потерять этот актив, и не потерять связи с тем, кто вам помогает, кто вам реализовать эту всю вашу мечту. Пусть все у вас получится в жизни, по-доброму, по-хорошему. Мы хотим, чтобы вы достигли больших результатов в жизни, чтобы это помогло вам реализоваться в жизни. Дай Бог всего вам доброго. Глеб, ну, приятно, наверное, такие поздравления. Конечно, и приятно. Такие награды. Да. Что для тебя значит вот это получение такой профессии? Для меня получение такой профессии означает открытие новых возможностей, которые я могу использовать по назначению. Нет, на самом деле это действительно открывает большие возможности и перспективы. То есть это как дополнительное образование, как дополнительная школа. То есть я могу с этим пойти работать, я могу с этим пойти обучать детей. То есть, ну, это дает огромные возможности. Для меня это как для Алины, это дополнительное образование в будущем поможет и вообще по жизни. Ну, вообще, все очень круто, сплоченно. Мы, по большей части, работали в команде, это дало нам большой опыт. Вот. Но мы как минимум увеличили свой навык пилотирования и стали более сплоченной командой. Будете посещать? Конечно. И других приглашаете? Ну, в 7 классе получить профессию получить, которая востребована сейчас уже, все телевидение сейчас на дронах, вы видите это, вся кинематография сейчас на дронах, вы тоже это видите и так далее. Как это? Ожидалось, что в 7 классе ты можешь профессию получить? Не
совсем. Нет? Неожиданно? Да. Ну, получилось, слава Богу. Любовь Владимировна. Михаил Сергеевич, конечно, я, честно говоря, не верила в эту идею. Потому что это для меня было настолько... По-моему, вообще настолько было это нереально. Но вот благодаря, да, фантастически, да. Потому что вот благодаря, наверное, Антону Викторовичу, благодаря вам, Евгению Михайловичу, извините. Поэтому это все как-то получилось. И я, честно говоря, очень довольна и рада тому, что наши ребята именно Костяковский район изучали в Ивановской области. И если бы вчера была вот эта вот грант, наш грант вот по этим делам, я думаю, что мы бы получили достойную премию и от «Единой России» получили бы наверняка какую-то грамоту. У нас еще есть Но это еще впереди, да, это еще впереди, поэтому я готова вам помогать, я готова с вами сотрудничать в дальнейшем. И самое главное, ребят, конечно, удачи. Антон Викторович, ты молодец, спасибо тебе, спасибо. И спасибо всем, кто принимает в вашем нелегком труде. Но все-таки сегодня вы получили то, что заслужили. Молодцы. Спасибо вам. Спасибо. Горжусь как тренер своей команды. Ребята молодцы. Еще раз хотел сказать большое спасибо Любовь Владимировне. Благодаря ей мы побывали на втором этапе. И, как я считаю, что и на третьем благодаря Любовь Владимировне поедем. Вот. Ну, желаю нам удачи. Мы еще на полпути. Впереди у нас два этапа. Ну, ну что? Спасибо. Спасибо большое. Евгений Михайлович. Спасибо. Женя, спасибо. Спасибо огромное.